Здоровый образ жизни – приоритет государственной политики. Самых спортивных, ловких, выносливых чиновников определил традиционный день главы и муниципального служащего. Подробности у Дмитрия Ковалева. Три богатыря здесь не герои из сказок, а победители конкурса. Испытания для глав не из легких. Приседания с мешком, наполненным песком, передвижение груженных телег. Награды финалистам, кубок и штанга. В хозяйстве пригодится? Надеюсь, пригодится теперь. Самое тяжелое, наверное, приседание с мешком. А остальное это дело привычки. В свое время тренировался и сейчас стараюсь поддерживать форму. Определились и победители в сдаче норм ГТО. В комбинированной эстафете победа за хозяевами. В этом году день главы и муниципального служащего проходил в Батрево. Вот уже в 12-й раз. В программе не только спартакиада. Среди глав муниципалитетов и сотрудников администрации районов выбирали самые творческие команды. Глава республики отметил, что подобные праздники должны сплачивать муниципальных служащих и повышать их работоспособность. Ведь только в этом году в районах предстоит реализовать более 600 проектов, основанных на местных инициативах. Нам нужно еще больше сделать все для того, чтобы от нашей общей совместной деятельности доверие населения к органам власти. Важно, чтобы это доверие только с каждым годом повышалось. Вот когда мы встречаемся с простым народом, когда мы общаемся, они больше предложений нам дают, как правильно нам принять нормативные правовые документы. Потому что власть принадлежала народу и принадлежит. Среди гостей праздника и главный внештатный специалист Минздрава страны Олег Аполихин отметил, что хорошее здоровье – залог эффектной работы коллектива, будь то предприятие или администрация района. Здоровье, которое сейчас действительно вызывает тревогу в плане таких показателей, как смертность, там, продолжительность жизни и так далее, оно ведь зависит на самом деле не от медицины, или во многом не от медицины, а от того, как человек живет, от того, как он социализируется. Вот если будут живы традиции, будет у людей и счастье, будет у людей здоровье, будет тогда у людей и перспектива создания семьи. Я вынес то, что республика на подъеме. Вот чувствуется, что здесь все так слажено, структурно, организовано. Лучшим из лучших глава региона вручил почетные знаки и грамоты за вклад в развитие местного самоуправления. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.